Человек. Кто он и откуда пришел? И почему до сих пор в науке нет единого мнения о природе людей? Физиология и психология. Что общего между нами и животными? И почему все-таки человек – венец творения? Теория Дарвина. За и против. И почему недостающее звено в эволюции ученые по-прежнему продолжают искать на других планетах? Феномен существования человека. Наверное, нет на Земле такого человека, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом, как появились люди. Существует немало теорий, предлагающих самые разнообразные версии. Эволюция от животных, божественное провидение и даже космическое пришествие. Так наши предки верили в то, что все, и Земля, и Вселенная, и человек созданы Творцом. Распространены мифы о возникновении человека из глины и дерева. Так, в древней аккадской мифологии бог Мардук создал человека, смешав глину с кровью первобытного чудовища Кингу. Вторым не менее распространенным представлением о происхождении человека была космическая гипотеза. Например, у народа африканского континента дагонов до сих пор существует миф о том, что их предки прибыли с планеты звезды Сириус. Об инопланетном происхождении говорят и легенды американских индейцев племени Оседж. Удивительно, но современные исследования крови индейцев племени Оседж показывают, что в ее состав входят факторы, которые отсутствуют у всех других народов Земли. Но большинство ученых считает, что это не доказательство инопланетного происхождения этих людей, просто вызвано определенной мутацией в процессе приспособления этого племени к тем или иным внешним условиям. Другой вопрос. Почему же многие мифы многих народов говорят о прибытии людей со звезд? Например, в известных авестийских текстах утверждается, что белая раса прибыла со звезд Большой Медведицы, Мицара и Алькора, желтая раса – из созвездий Лиры и Лебедя, красная – со звезд Кассиопеи, черная – из созвездия Ориона. Адепты внеземного происхождения человека выдвигают и другие аргументы в пользу космической гипотезы. Они считают, что люди абсолютно не приспособлены к жизни на Земле. Человек – это единственный вид на Земле, который страдает варикозным расширением вен. Причем это достаточно распространенное заболевание. 85% людей на Земле имеют остеохондроз или искривление позвоночника. Приверженцы идеи космического пришествия считают, что это следствие чудовищной силы тяжести на нашей планете. Конечно, мы не можем назвать такие особенности нашего организма прямым доказательством космической гипотезы. Однако такая версия существует. Так или иначе, но версия зарождения жизни в космосе, или как ее называют в науке, панспермия, близка многим ученым. Этой гипотезы придерживались Герман Рихтер, Гельмгольц, Арениус, Томпсон, Вернадский, Фрэнсис Крик и другие. По данной теории считается, что первые живые организмы были занесены на Землю с метеоритами из космического пространства. Однако официальная наука придерживается теории антропогенеза, то есть, говоря научным языком, эволюции человека путем выделения из мира животных. Теория биологической эволюции считается одной из трех основных теорий естествознания современного. Она, в общем-то, объясняет, как происходит появление новых видов, как возникает адаптация, приспособление живых организмов к условиям среды, как вымирают и почему вымирают виды. Справедливости ради стоит сказать, что теория происхождения человека от животных существовала еще в античности. Значительный рывок в науке произошел в 1735 году. Год ознаменовался работами шведского естествоиспытателя Карла Линнея. В своей «Системе природы» ученый классифицировал человека как отряд приматов в классе млекопитающих. Работа Карла Линнея явилась откровением в науке, потому что он впервые сумел доказать на очень убедительных фактах, что человек – это часть живой природы, и затем, уже позже, в наше время,
работами многих антропологов было показано, что человек действительно произошел от человекообразных животных. Это было примерно около 2 миллиона лет назад в Восточной Африке. Вслед за классификацией Линнея, но уже в 1859 году, мир всколыхнула теория эволюции Чарльза Дарвина, первое развернутое изложение которой было опубликовано в книге «Происхождение видов». Основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор и неопределенную изменчивость. Удивительно, но свою теорию эволюции Дарвин создал, наблюдая ту революцию, которая совершалась в сельском хозяйстве, благодаря которой появилось очень много новых пород сельскохозяйственных животных. И видя это, он предположил, а не может быть нечто подобное происходить в живой природе в естественных условиях. Давайте разберемся, какие же черты указывают на родство человека и животных. В первую очередь это рудименты и атавизмы. Только представьте себе, в теле человека около 90 рудиментов. Иногда рудименты развиваются необычайно сильно, и тогда их уже называют атавизмами. К ним относятся наружный хвост, который хоть и не часто, но встречается у людей, обильное оволосенение лица и тела, многососковость, которая также встречается. Особенно убедительно родство человека и животных обнаруживается при сравнении их эмбрионального развития. На его ранних этапах зародыш человека трудно отличить от зародыша других позвоночных животных. Например, в возрасте от 1,5 до 3 месяцев зародыш человека имеет жаберные щели и хвост. Очень долго сохраняется сходство зародышей человека и обезьяны. И различия наступают только на самых поздних этапах эмбрионального развития. О близком родстве между человеком и антропоидами, семейством крупных обезьян, близких к людям, свидетельствует и общий характер телосложения. Хватательная кисть с плоскими ногтями и противопоставленным большим пальцем, форма глаз и ушей, одинаковое число резцов, клыков и коренных зубов. Очень важны черты. И черты физиологического сходства, такие как общие группы крови, общие болезни, например, туберкулез, оспа, грипп, СПИД, воспаление легких. Удивительно, но обнаружена и поразительная близость хромосомного аппарата. Диплоидный набор хромосом, например, 24 пары хромосом, то есть 48 штук у обезьян, и 23 пары, то есть 46 у человека. Различие в хромосомных числах обусловлено тем, что одна хромосома у человека образована слиянием двух хромосом, гомологичных таковым у шимпанзе. Сравнение белков человека и шимпанзе показало, что в 44 белках последовательность аминокислот отличается всего лишь на 1%. Но если человек так похож на животное, что тогда позволило ему выделиться из мира фауны? Главным и важнейшим фактором, поставившим его в особое положение по отношению к прочим приматам, стало увеличение мозга. У современных человекообразных обезьян, наиболее крупных, шимпанзе, орангутан, горилла, у гориллы вес достигает 200-250 килограмм, но мозг практически никогда не бывает больше 700 грамм. А уже у первых настоящих людей, хомо, мозг был в 1,5-2 раза больше, чем у самых крупных современных обезьян. Давайте попробуем проследить хронологическое становление человека как биологического вида. 25 миллионов лет назад появились общие предки человекообразных обезьян и людей – дриопитеки, которые вели стадный древесный образ жизни. Из них 9 миллионов лет назад выделились протантропы или австралопитеки – первые предшественники людей. Австралопитек был прямоходящим, использовал примитивные орудия, палки, камни и кости, но по-прежнему жил в стаде. 2-2,5 миллиона лет назад появляется очередной вид, так называемый человек умелый. Человек умелый был переходной стадией к формированию типа современного человека. Объем его мозга достигал от 500 до 800 кубических сантиметров. Именно этому типу приписывается осознанное изготовление первых орудий труда. У историков этот период называется галечной культурой. А вот уже примерно 1 миллион лет назад начинается вторая основная стадия антропогенеза. Это время архантропа и пятикантропа. К этому периоду можно отнести таких ископаемых, как пятикантроп с острова Ява, синантроп из
Китая, атлантроп из Африки, гейдельбергский человек, найденный в Европе. У этого типа мозг достигал объема от 800 до 1200 кубических сантиметров. Считается, что именно в этот период была сформирована речь, и предок человека овладел огнем. Примерно около 200-500 тысяч лет назад на Земле появляются наши непосредственные предшественники – неандертальцы. Они имели достаточно крупный мозг объемом 1200-1400 кубических сантиметров. Была усовершенствована речь, создавались первые племенные отношения. Наконец, примерно 40 тысяч лет назад наступила эра неантропа или кроманьонца. Именно в этот период и был сформирован облик современного человека. В этот же период возникает общество, уже практически ничем не напоминавшее жизнь в стаде. К тому же человек научился одомашнивать растения и животных. Прогрессу способствовало и разделение труда. Выделились охотники, собиратели и многие другие специализации внутри племени. Однако стоит сказать, что теория антропогенеза подвергается критике. Слабым звеном теории эволюции ученые считают так называемые промежуточные формы или звенья, которые связывают виды в единую цепь. Антропологи находят массу ископаемых останков древних форм, например, ранних или вымерших приматов, представителей семейства гоминидов, неандертальцев и Homo sapiens. Поразительно, но останков переходной формы, объединяющей обезьяну и человека, нет. Основным подтверждением теории Дарвина долгое время оставались останки знаменитого яванского человека. Бедренную кость и свод черепа в 1891 году обнаружил антрополог Юджин Дубиус в Индонезии. Части скелета этого пятикантропа демонстрировались в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Однако Дубиус незадолго до своей смерти заявил, что свод черепа принадлежит крупной обезьяне, а бедренная кость – человеку. И находки были обнаружены на расстоянии 12 метров друг от друга, а после были сложены вместе. Тем не менее, до сегодняшнего дня для многих ученых яванский человек остается неоспоримым подтверждением происхождения людей от обезьян. Однако феномен существования человека заключается не только и не столько в чисто физиологических признаках, отличающих его от мира животных. Длинный и извилистый путь к Homo sapiens – это путь развития осмысления и понимания окружающей действительности. Необходимо отметить, что человек от животного отличает социальная организация жизни. Так в истории человечества существует два периода – первобытный и классовый. Первый период длится сотни тысяч лет, второй – относительно недолго. В первобытном обществе существовал примитивный уклад жизни. Первобытные люди добывали пищу, занимаясь собирательством и охотой. Трудно сказать, какая из двух отраслей хозяйства древних людей – собирательство или охота – была основой их жизни. Вероятно, соотношение было не одинаково в разные исторические эпохи, в разные сезоны, в разных географических условиях. Однако несомненно, что именно охота была более прогрессивной отраслью, во многом определившей развитие первобытных человеческих коллективов. Объектами охоты были различные животные в зависимости от фауны. Например, в тропической зоне охотились в основном на гиппопотамов, антилоп и диких быков. В северных регионах охотились на оленей, кабанов и даже на хищных животных. Удивительно, но уже в глубокой древности человек придумал первое орудие труда. По материалам, из которых люди изготавливали орудия, археологи делят историю на три века – каменный, бронзовый и железный. Самым длительным по времени был каменный век. Он начался около 2,5 миллиона лет назад и закончился за 3 тысячи лет до нашей эры. Бронзовый век длился более 2,5 тысяч лет. А приблизительно к середине 2-го тысячелетия до нашей эры наступает эпоха железа. Почему эти эпохи носят такие разные названия? Все это связано с технологической линией производства орудий труда. Не менее важным достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт как прошлый, так и настоящий, явилось речевое общение. Человек встал на новую ступень развития. Еще со времен античности человек задумывался над тем, а как и когда появилась речь. За 2000 лет
было выдвинуто более 200 гипотез происхождения речи. Например, американский антрополог Гордон Хьюз в 1973 году опубликовал свою жестовую теорию происхождения речи, согласно которой вначале появилась не звуковая, а жестовая речь. Ученые с определенной степенью достоверности утверждают, что членораздельная речь со всеми ее особенностями могла сложиться только у человека современного типа строения, у кроманьонца. Формирование речевых навыков у людей в разных областях Земли шло, естественно, не одинаково. Поэтому это привело в конечном счете к образованию разных языков у групп людей, живущих на той или иной территории. Другим революционным достижением человечества, отодвинувшим его бесконечно далеко от животного мира, стало изобретение письменности. Получение информации вышло за привычные рамки. Теперь она могла передаваться не только на большие расстояния, но и сохраняться во времени. Первоначально это было предметное письмо. Одна из его разновидностей – петроглифы, рассредоточенные по всему миру. На наскальных рисунках изображены сцены охоты, жертвоприношения, единоборств, разных ритуалов наших предков. Очень интересны и другие виды письма, например, узелковое. Оно предшествовало пиктографам, то есть рисуночному письму, и иероглифам. В процессе своего развития письменность постепенно усложнялась, поскольку простые рисунки, узелки не могли передать всего смысла, который хотел донести человек. Постепенно человечество пришло к алфавитному письму. Очевидно, что уже на ранней стадии развития человечества выделились и первые зачатки искусства во всех формах его проявления. Музыка развилась из первых обрядовых и ритуальных напевов и наговоров, живопись из высеченных изображений на камне, петроглифов, литература из устной и позже письменной традиции передачи информации. Считается, что время зарождения искусства – это поздний период древнего каменного века. Однако следует отметить, что определенные формы проявления искусства были и у пятикантропов, и неандертальцев. Это какие-то примитивные танцы, телодвижения, выражавшие радость, эмоции и так далее. Их зачатки в инстинктивных формах проявляются у обезьян. Например, они могут интенсивно двигаться, издавать звуки в такт. Но это не значит, что подобное поведение является проявлением осознанной знаковой системы, а не подражанием или инстинктом. Вообще развитие системы, в основе которой лежат условные знаковые символы, позволяющие рисовать, танцевать, петь, характерны только для человека. С тех самых пор искусство неустанно развивалось, приобретая все более и более сложные формы. Начиная с каменного века, затем античности, средних веков, ренессанса и до наших дней, искусство оказывало и продолжает оказывать огромное влияние на развитие понимания и мышления людей. Все проявления искусства входят в так называемую нематериальную культуру. Ее части – это искусство, право, политика, религия, наконец, нравственность, моральные принципы, которые тоже очень важны в контексте развития общества. Именно наличие духовной культуры позволило и человеку, и человечеству перешагнуть за следующий этап цивилизационного развития. Человечество перешло рубеж первобытного существования. Стали появляться признаки профессиональной специализации племен. Достижения в культуре и сельском хозяйстве привели к значительному уплотнению населения. Изобретение первых примитивных орудий труда привело к развитию земледелия, что обеспечило население пищей и даже избытком ее. Общины земледельцев могли себе позволить содержать людей, которые не работали на земле, а занимались получением, накоплением, сохранением и применением знаний, совершенствованием орудий труда, а также другой работой. Активно развивается ремесленничество. Такое развитие и распределение трудовых обязанностей привело к появлению первых государств. Так, в городских общинах появляется определенная неработающая на производстве каста людей – жрецы, которые занимаются регулированием землеустроительных работ, а также хранением и распределением зерна. Возводились общественные здания, храмы, амбары. А для того, чтобы сохранить урожай от набегов соперников, необходимо было создавать воинскую дружину. И поэтому эти люди также непосредственно не были связаны с производством.
это тоже была определенная часть, социальный слой общества. Примерно в это же время у части племен сложилась иная культура – скотоводческая. Как правило, эти общины были кочевыми, двигаясь вместе со стадами в поисках пригодных для животных пастбищ. Кочевые племена представляли из себя могучие военизированные объединения, которые наводили ужас и страх на земледельцев. Общеизвестно, что именно кочевники придумали колесницы, повозки и более совершенное оружие – лук, стрелы – и другие атрибуты военного искусства. Сегодня принято считать, что завоевания кочевников являлись своеобразным ускорителем прогресса в образовании государств. Итак, с образованием государств человек окончательно отделился от животного мира. Различие между Homo sapiens и остальными видами фауны в ходе эволюции превратилось в огромную пропасть. Как же получилось так, что в процессе эволюции именно мы смогли достичь такого развития? Ведь у нас не было огромных размеров, как у динозавров или даже слонов, грозного оружия, клыков, рогов и когтей для защиты, как у бизонов и крокодилов, кошачьей ловкости для быстрой охоты и преодоления больших расстояний. Но почему-то, по какой-то удивительной случайности, именно нас природа наградила величайшим даром – разумом. И даже больше – абстрактным мышлением, которого нет ни у кого другого на планете Земля. Абстрактное мышление включает в себя такие формы, как понятия, суждения, умозаключения. Это величайший инструмент в руках человека, который позволяет нам совершать открытия, создавать нечто новое. В конце концов, мы можем отделить правду от лжи. Итак, за тысячи лет эволюции люди изменились не только внешне, но и внутренне. Изменилась их природа. Человек в ходе развития терял некоторые качества, приобретая взамен новые. И именно эти новые качества сделали возможным изобретение науки, медицины, всех видов искусств и многого другого. Подобные достижения возможны благодаря постоянной тренировке. Наш мозг постоянно эволюционирует. Вот так же, как мы заботимся о своем теле, тренируя его, точно так же мы заботимся и о своем сознании, о своем мышлении. Мы тренируем свое мышление. Каждый раз, сталкиваясь с какой-то задачей, мы фактически даем толчок для своего личного развития. И пределов для развития, конечно, не существует. На данный момент существует очень много примеров, когда, оказываясь в экстремальной ситуации, человек совершает невиданные поступки. Реальные примеры жизни, когда мать спасает своего ребенка из-под падающей скалы. Она удерживает эту скалу, чтобы ребенок выбрался. За сотни лет накоплено огромное количество трудов в сфере понимания внутренних процессов, строения организма, психологии человека, необыкновенных и скрытых способностей. И все чаще и чаще ученые говорят о том, что эволюция разума продолжается. Так кто же такой человек? Венец природы, верхняя ступень эволюции, случайная мутация или обыкновенное чудо? Для себя каждый из нас находит свой ответ. Но бесспорно одно – история человечества – это история борьбы людей с миром за выживание. И если в конце концов человек стал доминирующим видом на планете, то стоит задуматься над тем, чтобы этот статус не потерять. А возможно это лишь тогда, когда мы будем понимать, что превосходство – это не сила и жестокость, а доброта, милосердие и мудрость. Ведь в конце концов это и отличает нас от мира животных.